Всем здоров, с вами Сергей Пушков, и мы продолжаем проходить The Dark Pictures Anthology Little Hope, или «Маленькие картинки антология, маленькая надежда», вот так вот оно все звучит. В общем, догрузилась эта игра, я еще поставил ее на открытие в 2021 году, уже прошло много дней, много недель, уже 2022 год наступил, уже прошло много недель 2022 года, а игра только-только вот загрузилась. Вот, и мы наконец-то ее сможем продолжить. Я уже не стал записывать момент загрузки, потому что это очень долго. Это прям уже все, наверное, состарились, родили детей, внуков, и уже пошли три раза, получили пенсию. Но главное, что игра все-таки загрузилась, и будем мы с вами ее продолжать. Называется вот это, я не знаю, эпизод или даже вот этот отрывочек, когда игра загружалась, «Ложный след». И наше текущее задание – держитесь рядом, найдите помощь в городе. Мы пошли вместе с нашим учителем в город и увидели уже много страшных девочек, так что нажимаем «Продолжить». Главное, чтобы хоть кому-то повезло. А, и ее ж мы взяли. Она такая, типа, был выбор, чтобы она с теми пошла или с этими. Ну, с учителем, конечно, надежнее, потому что та влюбленная пара, она, конечно, такая себе, я даже не знаю, не по надежности, и по интеллекту, они там, ну, явно уступают учителю, который, ну, хотя бы сухо на это все смотрит, на эти все страшные события, трезво оценивает их, и мы идем в город. Они, типа, идут назад, а то, что они там, я даже уже не помню, первой или второй серии, когда мы там, знаете, ходили... Стойте. Ой, опять страшные девочки. Не поворачивайся к ним спиной. Ого, ты баклажан. Зачем ты упал? Что это такое? Черт. Что это такое? Что это за квик-тайм-ивенты? Что? Я не понял. Я только рассказывал, как там было все прекрасно. Беги, чувиха, беги, 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 беги. Ты рухнула тупо. Поднимай ее. Давайте квик-тайм-ивенты. Вот это я не был готов к этому. Курс изменен. Насколько сильно? Я аж не понял вообще. Игра зависла. Нет, не зависай, игра, я только хотел посмотреть на курс. Нет, опять это надо 30 лет ждать загрузки, нет. О, Эндрю перепрыгнул через ограду возле крытого моста и упал на землю. А что могло измениться? Если бы я нажал на Quick Time Event, он бы не упал на землю, а ну нормально приземлился. Но он не ранился, не сломал ногу, слава богу. Потому что я сейчас вообще не ожидал, я хотел вам рассказывать, как пара... Там влюбленных, она немного туповатая, потому что в первой серии они пытались же идти назад, а Туман их не выпустил. Типа то, что они там сейчас делают, все бесполезно. Лучше вот сейчас бы нашим помогли. Так, фонарь сломался. Как у нас дела? Все плохо. Какой-то мужик. Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Так, пойдемте. Мы теперь идем по... обходному пути. Держитесь рядом, найди помощь в городе, найди способ вернуться на дорогу. Увиденное. Не уверен, что смогу. Но я знаю, что в Литл Хоуп были суды над ведьмами в то же время, что и в Салеме. И что, ни что одну ведьму не повесили? Вы можете и сами догадаться. А, то есть всех ведьм сожгли, повесили, и их духи преследуют. Тихо-тихо, она там остановилась. Там что, пасхалочка, Джейсон? Нету, нет никого. Надо же еще изучать, да, открытый мир. Ну, насколько он открытый? Потому что тут могут быть записочки. Джейсона из воды вылазит. Так, о, я могу с тобой поговорить. Говорить. Вы в порядке? Да. Такое чувство, что Анжела постоянно меня оценивает и осуждает. Да, она немного того. Я ее немного подправил. Вас. Вы мои подопечные. Как бы вы поступили на моем месте? Да, все нормально с тобой. Как тут поддержать? Вот, одобрение. Наверное, сохранял бы оптимизм и пытался делать все возможное. Не надо его тут сейчас осуждать, он сейчас ничего не сделал. Я уверен, что моих возможностей хватит, чтобы... Тихо, не расстраивайся, не уходи в депрессию, учитель. То, что мы видели... Думаете, оно сверхъестественное? Точно неизвестно, похоже на ту. Ну, честно, оно похоже. Все больше на то похоже. Жуткая девочка в тумане. Потом то на перекрестке, чем бы оно ни было. Даже если мы не можем объяснить произошедшее, не нужно сразу бросаться в крайности. Надо просто идти вперед. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Ну, рассказывай. Люди делали поспешные выводы
не имея особых доказательств. Так, подавленность, да понимаю, вызов — это другое. Вы не понимаете, это другое. Да нет, я понимаю, не, ну то, что там да. было этот, средневековье, там люди верили, очень сильно верили затем, чтобы во всякое. Или опровергнуть существование призраков, то, чего не существует. Чего бы там ни было. И ведьм сжигали. Просто так, обычных женщин. Нам нужно выбраться отсюда. Особенности обновлены. Подружился с учителем. Страх заблокирован. Это круто, что в хорроре наш страх заблокирован. Значит, мы не будем бояться. Альтруизм. Ну, это нормально. Вот, как бы там же, знаете, средневековье, там, если дождь пошел, это значит, Бог смиловался, там, всякие божества. Это же всякое было время. Сейчас-то у нас научный прогресс все-таки, это же про 21 век. О, темный заброшенный дом. И там еще, конечно же, шорох. За что? Давай, учитель, ты первый, я прикрываю. А ты что там? Тебя сейчас схватят сзади и утянут. Ой, сейчас вылезет. Фонарем свети. Стойте! Почему убегаем? Ой-ой-ой-ой-ой. Это же игра про тишину. В Man of Medan мы играли. Игра про тишину. Раз... Раз. Ой, это паника, друзья. Я сейчас, наверное, не могу нормально разговаривать. Игра про тишину. Я всегда молчал в Man of Medan. Но я уже опытный, приловченный. Сейчас, наверное, на меня что-то вылезет. Надо сохранять спокойствие и тыкать. Не тыкнулось! Не тыкнулось! Это кошак! Блин, оно реально не тыкнулось. Где моя мышь? Да что ж с мышью такое? Блин, подождите, друзья. Что это с мышью не так? Алло! Алло, мышь. Вот это подстава. Вот это подстава. Так. Все, давайте еще раз. Где мышь? Где курсор? Наконец-то сработало. Очень плохо работает. Мне что ли надо этот, чувствительность улучшить? С ума сойти. Почему у меня мышь не отреагировала? С ума сойти, да? Жалко, друзья, очень жалко. Я теперь на Извините, подготове. Что я сбежал. Там кошак был, я пошли. Был совсем не к черту. Спасибо, что пришли за мной. А что вы сейчас кричите? Если бы хотели побыть вдвоем, могли бы просто сказать, а не убегать так внезапно. Кто должен был присмотреть за Джоном, мы тоже скучали. Кто-то должен был успокоить Джона, когда он убежал в лес. Очень смешно. Говорю вам, там было нечто. Там был кошак, ты нас не пугай, это был кошак. Я просто неудачно. Там было что-то ужасно маленькое и безобидное. Жуткое создание в хижине оказалось обыкновенным котом. Мне не нажалась мышка, это очень обидно. Пойдемте дальше. Да пошли назад, изучим домик. Блин, тупанул, жалко. Little Hope, что школа? Нет, police department, полицейский участочек. А вот тут может быть вооружение. Это место наш шанс. Здесь должно быть радио. Черный кот, серьезно? У них черный кот на гербе полицейского участка. Поищите, чем можно разбить стекло. А я думал, оно уже разбитое. Ну, я уже вон уже вижу табуретку, если честно, я вижу табуретку. И жалко, друзья, извиняюсь, то, что не получилось мне вот это затащить тишину. Ну, стул. Алло, друг, стул. Стул. Разбить можно стулом. Нет? Ладно. Теперь я мышь очень сильно вроде перенапряг, она должна сейчас хорошо работать. Но увеличивать чувствительность, кстати, не знаю, надо ли. Оп-оп-оп-оп, я уже вижу что-то. Так, осмотреть. Непрогруженное письмо, давайте подождем. О, прогрузилось. И сейчас скримак. Нет, да. Так-так-так. Воду, ага. И Анжела тонет, ее Джейсон хватает. Ага. Это уже, знаете, это уже видение такое милосердие. Это нифига, оно не милосердно. Оно так, ну, подсказало солидно, что значит мы будем прыгать. И надо мне в квиктайм ивенте затащить за Анжелу, чтобы она не утонула, ее не утащил Джейсон, потому что наш... как тебя зовут? Эндрю тебя зовут? Нет, не на паузу, на тап тебя надо нажать. Ты кто? Ты Эндрю, да, ты Эндрю. Чтобы Эндрю не, за ней не тянулся, потому что он тоже может, видно, утонуть. Вы реально дурные, вы не можете стул взять, кирпич, что-нибудь, заброшенный полицейский участок. Может, мне с вами поговорить. Глянуть в окно тоже нельзя. Ну, пошли тогда в левую часть, я хоть увидел видение.
Так, стул не берется, пошли тогда вот сюда. О, камень, ну хоть камень. А дверь, может, работает? Нет, дверь не работает. Дверь не работает, тут больше нет никаких видений. Нет, вот как назад идти? Назад здесь не очень удобно идти, к сожалению. А ну-ка, на мусорку сходи. Нет, тоже ничего не мигает, не светится. Значит, тут только было одно видение. Да иди ж ты назад, дурень. Блин, а еще знаешь, в чем прикол? Во время квик-тайм-ивентов очень сильно чувствительность убивается. Так, где камешек? Вот он. Очень сильно убивается чувствительность. Ну, бери. Что сейчас, таракан вылезет? Скример. Нет, нормально все. А зачем он так у вас смотрел? Я разобью окно. Ну, дай учителю. Без проблем. Я справлюсь. Ну, ладно. Ты сейчас зарядишь ему в голову. Любой справится. Не любой. Попасть камнем в окно с 10 шагов? Никто не промахнется. Так, квик-тайм-ивент. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Ну, долго вас еще ждать? Тут скорее рама сгниет, и стекло само вывалится. Капец, вы тут общительные, друзья, не спорьте. Тихо, вот где мышь, где мышь? Отношения обновлены. Страйк! Мы из вас еще вырастим спортсмена. Думаете, это бросок новичка? Так, ну, в общем, всем все понравилось, как я бросил. Ну, тут потому что мышка была сразу нацелена на это. Не поранься, дурень! Вроде безопасно. Не пораньтесь осколками. Блин, блин, сейчас поранится. Ай. Странные вы, конечно. Проще осколков просто. Не боитесь. Тут, наверное, опять будет квик-тайм-ивент. Дальше ты. Окей, без проблем. Жду. Не, нормально, вам осколки не страшны. Что, мы за пару играем? Нет, пожалуйста, только не за нее. Но они уже умерли автоматом. Дэниел, средняя... Они дошли куда-то до средней школы. Ух тышка. А в средней школе живет та страшная девочка. Все понятно. Так, ты кто? Ты Джон? Нет, Джон это учитель. Ладно, ладно, не будем вспоминать Джона их. Правда выглядела как ангел? Да. Уж не знаю, что там видел Джон, но не собираюсь торчать тут и выяснять. Куда вы идете? Ну, два дебила. Ну, честно, я их вообще сейчас не поддерживаю. Я их действия осуждаю. Хочу, чтобы они... Ой, там уже кто-то стоит. Ну, все, вас сейчас разрубят пополам. Вон, убежала. Ну, все. Ну, как бы сейчас... Я за них буду сейчас стараться прожимать квик-тайм-ивенты. Но я так понял, они уже первые кандидаты на вымирание. Ну, как бы это все объясняется. Что это за звук? Ерунда, уверен. Ну, он хотя бы крепкий. Девочка, не знаю, что с ним делать. А с Дэниел, он вроде нормальный такой пацан. Ровный. Может еще дать отпор всяким маньякам. Так, у стрелочки. О, подняться. Шипы, шипы, не поднимайся, шипы, шипы. Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Там шипы, это очень страшно. Не-не-не-не-не, нельзя на шипы. Все, пойдем. Вроде тут нет прохода. Сзади нее сейчас вдавились. Тебя облажалась. Недовольство, не стоит тебя слушать, изверение и правда. Нет, ну отношения надо со всеми поддержать нормально. Правда. Мы сами решили сюда пойти. Если они еще раз ссорятся, то это вообще будет капец. Я их осуждаю. Да, не стоило ее слушать. Конечно же. Ну, сейчас с ней ссорятся. Вы что? Вы что? Сейчас она там пойдет, типа, будет кричать «помоги, помоги», а этот сейчас скажет: «О, ну ты на меня обиделась, тогда я тебе не буду помогать». Ага-га. Так, давайте посмотрим. Посмотрим, как... Так. Найдите другую выход, держитесь вместе, следуйте за девочкой. Так, где мы? Little Hope Bridge, мы типа здесь... Не-не-не, знаете, в обычном вот таких кадрах есть такая стрелочка, вы здесь, типа. Так, значит, мы должны найти этот school. School. Классно, тут не указано ни school, тут есть только Little Hope Bridge. Вылезет, не вылезло. Смотрим на указатели. Осмотреть. Ага, мы прямо на бридже все-таки, мы прямо на бридже. Мост, игровая площадка. Ну, пошли. У нас еще задание следовать за девочкой. Так, главное не тонуть, потому что тут плавает Джейсон. Так, что сейчас вылез? Вон там что-то светится. Смотрим. А, вы реально идете на игровую площадку? Офигеть, фонарь светит. А вот это уже прикол. Светится фонарь, сейчас должно что-то заиграть. Тут страшное, да? Так. Тейлор, конечно, смелая чувиха. Спору нет, тихо. Тихо-тихо, ты там можешь идти, а я вижу видение. Осмотреть. Дайте пусть прогрузится. Прогрузись. А, блин, это просто что? Типа девочка стоит на коленях.
И мальчик, даже, наверное, это больше похоже на священника, в черном, весь в черной робе или сектант, стоит на коленях и держит руки вот так. Сейчас вылезет скример, да? Нет, не вылезет. Я после Man of Medan, когда я тут залез в какую-то стиралку и вылезли крысы, теперь хочу увидеть скример после каждого вздоха, после каждого отскока. Так, не, ну тут горку изучать это тупо, надо идти за фонарем. Так, девочки там нету? Нету. Ну, я посмотрел на рисунок, он, кстати, мне никакого видения не дал, к сожалению, даже не записался в какую-то коллекцию рисунков. Опа, 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 вот сейчас что-то будет. И пробегает... Реально пробежала. Я был готов к этому. Курс изменен. Тихо, надо узнать. Дэниел и Тейлор увидели девочку, бегущую к игровой площадке. А могли не увидеть? Вот этот курс я не могу понять. Или это просто, знаете, чекпоинты? Это, наверное, чекпоинты. Там. Вы ж только не полезьте за ней. Скажите, что вы не принесете ей вреда. Эй, ты в порядке? Решительность, вылезай. Кто ты? Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. Так, держимся, я готов к квиктайм-ивенты. Ну, девочка, ну поговори с нами, ну заори. Ведь эту же девочку видели Анджела с Эндрю. Без понятия. Эй, нельзя так не лезть? Лезть, не лезь к ней. Не лезь. Не лезь. А, она сейчас... Ай, захватил. Что за черт? Отпусти, отпусти меня, пожалуйста, отпусти меня. Все, вы опять в средневековье, капец. Скажите, что мне показалось. Нет, мы в средневековье. Замолкните. О чем ты говоришь? Извините, это он найдет меня. Давайте прячемся, прячемся. Реально, девочка нарисовала рисунок, а тут священник-сектант выходи, ходит. Выходи, Мэри. Да, священник. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти. Отпущу, когда уверюсь, что ты не выдашь нашу тайну. А он видит, интересно, нас? Игры утомили или меня. Девочка только нас видит? Ты уважишь меня. Ничего не скажешь. Нет. Отпусти ее, что это? Так. Давайте мы намекнем, типа, ты что тут? Что это? Надо выбираться. Я курс изменил, я случайно. Вы что, сейчас обвалитесь? Не покидайте меня. Молю. Кого ты молишь? Зло льнет к тебе. Ага, он нас не видит. Он нас не видит. Я лишь дитя. Дьявол умер. Только девочка нас видит. И она орёт. Я своими глазами видела. Он хочет заполучить Эмми. Я вызнаю. Курс изменен. Блин, почему зависает, когда я курс хочу посмотреть? Запись идет? О, запись идет, все нормально. Блин, почему виснет, когда я курс хочу увидеть? Причем я не хочу видеть курс доллара, курс евро, биткоина. Я хочу увидеть курс игры. Так. Ну реально, ты что, реально зависла игра. Вот что с ее прогрузкой не так? Мне ее что, переустановить надо? Я даже не знаю. Алло, курс изменен. Я хочу всего лишь узнать курс. Алло, нет. Так неинтересно. Божольс, да отпустите меня. Греческий прикол. Что, игра зависла, реально? О, вернулась связь с игрой. Так, Мэри сказала священнику, что не виновата, и свалила все на Эмми. Если бы я еще помнил, кто такая Эмми. Мэри представилась Эндрю и Анжеле. Так, из-за девочки... Нет, это уже курс, старый курс. Я хочу увидеть курс. Вот, новая команда Тейлор. Тейлор согласилась с предложением Джона пойти в город. А, это все, что я хотел задать. Местный герой. Дэниел не стал вмешиваться, чтобы помочь Мэри. А, не стал вмешиваться. Или иначе. Иди за мной, девочка. Так, а пошли за ней. А, или все. Какого хера? Не ругайся. Ну и что это было? Эти две девочки как-то связаны. Это не может быть совпадением. Реально. Я не пойму. Не стоит тут торчать. Уходим. Согласен. Так, ну не стали мы вмешиваться, священник все равно ж не видит. Ого, мы на спидране прилетели. Я имею в виду, священник же все равно нас бы не видит. Ну крикнули бы, отпусти ее. И Мэри увидела нас, а священник бы нас бы не увидел, не услышал. И все. Как бы курс, он стал вмешиваться, он бы не вмешался ни капли. Священник не видит его, только девочка видит Дэниела.
ну и вот этих людей из будущего, можно так сказать, по сравнению со средником. Сейчас из камня кто-то вылезет. Не, нормально все. Опа, видение. И уже ж звенит таймер. Тихо, прогрузились, и сейчас скримак и поворот. Капец, тут Анжелу мучают. Ого. Тут, короче, Анжелу словно камень. Ну это вот, это уже больше похоже. То есть Анжела будет падать, ее будет Джейсон цепями затаскивать в воду, и он ее затянет. Вопрос. Как мы этому можем помешать? Не знаю. Ну, давайте мы отложим эту бумажечку, поставим на паузу и продолжим уже все видения в следующей серии. Вот такие скримачки мы с вами увидели. Увидели немного даже сюжета. Ображдение, просто сюжета. Надеюсь, следующий квик-тайм-ивент я уже буду тащить просто как бог. Вот, просто мышь у меня вроде уже разогретая. Я так понял, что нужно реально так сильно прям через весь стол ее тянуть, чтобы дотянуться до этих всех кружочков, областей с действиями. Потому что чувствительность резко убавляется. Ну, а на этом будем с вами заканчивать. С вами был Сергей Пушков. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, так что вступайте в все группы в социальных сетях. Подписывайтесь на Инстаграм, на Steam Куратор. Будьте в курсе игрового мира и вступайте на наш сервер Дискорд. Все ссылочки в описании. Ну, а с вами был Сергей Пушков. Всем пока-пока!